паниковать, вот не опускать руки. Что касается Слуцка, то финала Кубка Беларуси, потом полуфинальный матч, ну и ни много ни мало. Исо сегодня вышел на левом фланге, заменив, давайте наверное, позже об этом эпизоде, снова не дотягивается до мяча. Вернее, дотягивается, но как-то не очень акцентированно Евдокимов. Есть Залеска, он на замене просто не в старте. Выше ворот мяч летит, очень хороший удар получился у Зиновича. Не расслабляется. Бабко Яцкевич. А кто был на добивании? Денис Образов. Первый мяч его за Случан. Сафонов. Хороший заброс на Кибука. Виталий справа. Мягкая подача. Высоковато. Но очень грамотно было. На Яцкевича. Не разобрались здесь Сибаи и Щегрикович. Сибаи, наверное, от большого желания. Полез подача. Не Сибаи, Со, это был, простите, а вот здесь был Сибаи. Подача в штрафную. И здесь не очень получился, мягко скажем, удар у Олега Евдокимова. Ни у всех, ни у других ворот. Вот и стандарта. Случайно выжили. На этом-то и все. Смотрите, это вот так вот Случан. Сафонов. У него удар хороший. И Чесновский сложился и мяч на голову перевел. Громыко и Бессмертный, кстати. Бессмертный сейчас в резерве находится у минчан. Они забивали в недавнем товарищеском матче молодежки против Литвы. Давайте досмотрим. Мошников, дальний удар, Сафонов. Классно заблокировал. Атака продолжается. Еще минчан. И не попадает, по-моему, очень любопытный момент. Наверное, самый яркий за второй тайм будем смотреть. Опасный штрафной. Сафонов. Хороший удар. Гладко так мяч прошел. Сафонов сыграл в составе горожан. Это ну, история, живая легенда, безусловно, молодого клуба, футбольного клуба «Минск». Так, куда смотрим. Легкая добыча, этот удар. Поэтому буду тактичным, не буду говорить, равноправная ли это замена, но Чесновский игрок с именем, безусловно, в чемпионате страны. Перекладина спасает сейчас ворота Слуцка. За голову хватается Сергей Мошников. 0. Единственный мяч пока в этом поединке. Первый в футболке Слуцка забил Денис Образов. Сибаи, есть шанс, 2-0. Лев все-таки сегодня завоевал свою добычу, а УЕ там совершает спурт. Да, ну и важно отметить, что сейчас буквально весь стадион каким-то дешевым китайским фейерверком на старте сезона. Еще раз болельщиков Сахарников с победой.